Бодрит водичка. Как оно? Смотри, какие бэмби. Офигеть, как они близко, да? А красиво так летят, да? Ну да. Фигуркой. Вот мы сейчас на таком каное поплывем смотреть птичек, крокодилов и, возможно, животных. Лодочка качается! Она качается! Вот там наш лодочник. Теплая вода, кстати. Но он говорит не совать пальцы, чтобы крокодилы. Короче, слева вот тут был крокодил. И он смотрит направо, потому что вот это вот бэмбички такие, маленькие олени. Класс! Вот он, крокодил, притаился. Красивая синяя птица, это кингфишер. Очень красивый. Крокодил на берегу лежит. На берегу, зараза, вот он, посрединке прям. Видите? This is not dangerous. Что ж вы нас пугаете? Это не опасный крокодил. Могли искать диких животных. Андрюх, тебе страшно? Интересно. Такие штуки строят термитники. Можно отломать кусочек, они потом восстановят. Сейчас они внутри живут. Мы идем дальше в поисках носорога. Наш рейнджер говорит, что к этому озеру любят приходить носороги. Тогда надо залазить на дерево. Я думаю, вот про это дерево. Это в ночное время, таких очень много здесь. Они наблюдают. Окей. Они наблюдают за животными с этих вышек. Это мастер-класс, как прятаться от носорога. Ну как? Биг макак, да, я вижу. Это дерево, бьющееся вокруг, меня называют киллер, то есть убийца. Она даже перекинулась на соседнее. Ужас, да? Она умрет потом. Целая семья. Их много. Вот этот маленький пупсик, эта девочка, родилась 2 ноября. А этот 9 октября. Two and half? Yeah. Это уже взрослый, это уже 2,5 года. А вот этот так родился. Меньше месяца этой маленькой девочки. Вот смотрите, как этот играется. В пылюке весь. Специальная еда для слоников. They used to say kuchi in their language, but I used to say this is a rice рис, momo. Рис, соль. Mm-hmm. Момо? Rice momo. И только у мальчиков. Ну им же надо защищать свою женщину, Андрюха. Андрюша, что ты ждешь от встречи со слоном? Да все в порядке, я уже так готов искупаться в грязи. А если там крокодайл? Ничего страшного. Бодрит водичка. Как оно? Он на меня дышит почему-то. Я его боюсь. Последний, давай, последний. Дикий кабан идет на нас, смотрите. Испугали его немножечко. Ай, ай. Ходим по крокодиле ферме. В ноябре
в Четване на джип-сафари не ходите. Самое интересное в нем – это крокодилеферма. Вот он стоит, смотри. Он не боится нас вообще. Видишь? Позируй, смотри, какой.